Представляю вашему вниманию канал, называется он «Непознанные тайны Вселенной». На канале очень много всякого документального видео. И есть и короткое видео, и длинные документальные фильмы. Также, кроме этого, есть плейлисты, в которых отражены все насущные темы. Это и топы, и непознанные, и великие тайны истории, и военное обозрение. Так что, если кому интересна такая тематика и интересен такой канал, заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылочка на видео будет под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Александр Сазонтов. И сегодня я вам расскажу и покажу, как я готовлю нерестовик к нересту петушков. Вот перед вами небольшой нерестовик, примерно он литров на 10. Вот, в него уже укреплен, если вы видите, обогреватель на 100 ватт, меньше не рекомендую. В него положен листочек, ну, чисто дубильные вещества, и горшок. Сейчас я налью необходимый уровень воды и прикреплю сюда еще термометр. Ну вот, нерестовик заполнен, вода залита, обогреватель подключен. Видите, он светится. Термометр установлен. Все у нас вроде готово. Вода отстойная. Теперь можем сажать сюда петушка, чтобы он до вечера, за ночь мог спокойно, так сказать, привыкнуть к своему обиталищу, посмотреть, что где почем и как. Это все меры перед тем, как высаживать самочку. Ну вот, петушок высажен. Если вам видно, это петушок дамба с белыми плавниками. Большой крупный самец, красавчик. Вот. Значит, так вот все я подготовил. Пока теперь он будет здесь сидеть до завтрашнего утра. Вечером я в ночь ему высажу самочку. Вот. Мною был взят квадратный нерестовик. Мне они не очень нравятся, хотя в принципе они неплохие нерестовики. Но вот овальные нерестовики лучше. Объясню почему. Потому что когда петушки отмечат икру, вот так вот заглянув, не знаю, вам видно или нет, снизу в овальную, можно всегда увидеть икринки наклонившиеся. Потом как мальки повиснут. Не знаю, видно сейчас. Вон, наверное, видно мелкие. Мелкие плавают. Вон их видно, мелкие много. Мальки. Вот здесь вот так вот это сделать. Я продолжаю съемки. Вот вы видите, самечек дамба заплыл в горшок, осваивает свое место. Вот. Я сюда пустил кустик анубиуса. Анубиуса не несет никакой эстетической, так сказать, красоты. Он необходим только для того, чтобы самочка при нересте пряталась в него, в целях, чтобы не получить агрессии от самца. Сейчас в аквариуме 24,5 градуса. Вот, температуру я подниму до 27, потому что вот здесь вот в нише у нас стабильная температура 27 градусов. Потому что в нижнем аквариуме 30-ник, и в верхнем аквариуме тоже 27 градусов, 28 почти. Вот, и поэтому от ламп и от, так сказать, боковых стенок, которые не пропускают тепло, воздух, тут все нагревается. И от нижнего стекла, и от верхнего. И, соответственно, температура здесь держится стабильно 27 градусов. Вот. После этого я закрою здесь все пенопластом. Почему я выбираю именно это место? Ну, во-первых, здесь никто рыбок не беспокоит. Не трогает, им здесь удобно, и поэтому они могут спокойно нереститься, делать свои дела. Никто, так сказать, их не будет беспокоить ни ударами, ни пробеганиями, ни прохождениями, ничем.
Что я хочу еще сказать о нерестовике? Квадратные нерестовики мне не очень нравятся. Вот, допустим, вот такой вот нерестовик овальный. То есть шары, они продаются спокойно, они мне больше нравятся, чем они удобны. Во-первых, ну, не знаю, сейчас не видно. Вот там мальки плавают. Мальки плавают, да, плавают вот мальки. Их много. Чем они хороши? Во-первых, когда рыбки откладывают икру, вот так вот, когда смотришь на поверхность, на пузырьки, сразу видно, отложена икра или нет. Во-вторых, всегда можно понаблюдать, как вылупляются икринки. Это очень удобно, потому что аквариум овальной формы. Ну и, соответственно, когда мальки поплывут, тоже все это заметно. Здесь же достаточно неудобно, потому что вот так вот подглядывать за поверхностью, тем более не знаешь, где самец построит гнездо и где они будут нереститься, не очень удобно. А ближе я уже подвинуть не могу, потому что вот здесь вот небольшое место, это как раз я сейчас пенопласт поставлю, и будет уже впритык все закрыто. Вот, сейчас подрегулирую температуру, чтобы она поднялась у меня до 27 градусов. И потом у меня сам отключится автоматически обогреватель. Вот пока что здесь 24,5 градуса. Но на этом я заканчиваю, так сказать, снимать этот видеоролик. Когда вечером я отсажу самочку на ночь, я тоже еще сниму, чтобы вы все видели, как все происходит. Завтра мы еще проверим, и я постараюсь, когда начнется, так сказать, у них брачные игры и икромет, вот, все это дело заснять и выложить. Спасибо за внимание. С вами был Александр Сазонтов. До новых встреч. Жду от вас вопросов. Кому что непонятно, кто что не совсем, так сказать, знает. Вот, забыл еще добавить. Вот этот вот самец, дамба, он уже не рестился. Получил, к сожалению, от него я последний раз только где-то 5 или 6 мальков. Вот, это очень мало, с учетом того, сколько они вообще приносят сам, мальков. Но, к сожалению, поэтому дамба такие красивые и дорогие, что они очень трудно выводимые. Вот. Если бы они так легко были выводимые и подращиваемые, им цена была, как и всем остальным, 3 копейки. Ну, на этом я заканчиваю. До свидания. До новых видеороликов. Подписывайтесь на мой канал. Еще будет очень много интересного. До свидания.